В списке общероссийских дат 19 января не числится. Однако каждый, кто живет на Ульяновской земле, по-своему отметит его – день рождения своей малой родины. Дата празднования выбрана не случайно. Именно 19 января 1943 года был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Ульяновской области. Новый субъект был образован из районов Куйбышевской и Пензенской областей. Образование Ульяновской области в самые тяжелые военные годы – это признание страной огромного вклада нашего края в дело борьбы с врагом, вклад города Ульяновска в дело мировой революции. Эта дата достойна того, чтобы мы сегодня к ней обращались, вспоминали, как это происходило, обращались к пути, который прошла наша Ульяновская область. Подобные даты, как правило, отличный повод для обращения к своей истории. Важно, чтобы празднование стало событием для всего населения региона. Тем более, когда сами жители любят город, в котором живут. Хороший город, красивый. А что бы вы хотели изменить? Изменить? Не думал над этим, все нравится. Атмосферный город. А что бы вы хотели изменить в регионе? Ну, дороги получше, наверное. Это мой родной город, я его люблю. Я люблю свою родину. А что бы вы хотели, может быть, изменить? Все устраивает, все хорошо. Родина Ленина. А что бы вы хотели изменить? Ну, даже не знаю, наверное, ничего. Так у себя оставила. Ну, конечно, нравится. А почему? Ну, потому что, как город нравится, все нравится. А вот изменить что-нибудь хотели? Нет, вообще нет. В этот день область поздравляют как представители правительства, научного и спортивного сообщества, так и обычные граждане. В нашей области сегодня замечательный праздник, день рождения. Я хочу, чтобы все жители нашей замечательной области были здоровыми, спортивными. И поэтому в этот праздничный день могу только сделать одно предложение. Все на стадионы, все в спортзалы, сделаем наш регион здоровым. 74 года, меня еще и не было, когда ты зародилась. Мы тебя любим, мы здесь живем. Со своей стороны, вот как спортсмены, как олимпийцы, мы желаем нашим жителям олимпийского счастья, спокойствия, задора, чемпионских амбиций. Счастья всем семьям. Ой, чтобы у всех хорошее настроение было, здоровье у всех, чтобы было хорошее. Ну, достаток. Ну, хотелось бы поздравить от себя, от своей семьи, всю область, весь город, всех с этим, как бы, праздником. Пожелать процветания и всего самого наилучшего. Поздравляю город и всю область, и желаю городу и всему региону всего хорошего и дальше развиваться, становиться только лучше. Я хочу, чтобы все развивались, наш город и все жители города Ульяновск, любите свой Ульяновск. Всем огромного счастья, здоровья, чтобы никогда никто не болел, успехов, благополучия во всех делах и начинаниях. Впрочем, 74 года области – не единственная знаменательная дата, которая ждет регион. 2017 год будет отмечен юбилеями Заволжского, Ленинского, Засвияжского районов Ульяновска, рабочего поселка Курсуна и города Инзы. В 2017-м исполнится 205 лет со дня рождения Ивана Гончарова и 210 лет со дня рождения писателя Дмитрия Минаева. Весной исполнится 15 лет со дня регистрации Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия» и 100 лет со дня выхода первого номера газеты «Ульяновская правда». Дарья Судрева, Юрий Конихин, Юлия Дегтярева, новости «Ульяновской правды».